Итак, такси на Химмаше. До центра за сотку. Садись, ебать. Да, нормально. Дам-дам-да-да-дам-дам. Это, короче, поздравляю тебя, передача «Таксист». Это единственная передача, где не надо платить деньги за то, чтобы ехать. О, прикольно. Здесь надо платить деньги за то, чтобы выйти, понял? Сука, менее прикольно, понял. Ну, короче, у меня первый вопрос. Сиги есть? Не, нету. Отвечаешь? В смысле, это уже ответ? Ну да. Короче, это неправильный ответ. Еще три таких костяка, я тебя высаживаю. Слышишь, ты меня уже высаживаешь. Да ты, слышишь, не базаришь. Ты что базаришь? О чем, блядь? В отчой, блядь. Это твои носки воняют. Это вопрос. Это предъява, хуй. Короче, вопрос следующий. Есть телефона позвонить? Нету нам. Тогда вопрос. В каком году Александр Первый взошел на титул правления государством? Че? Я сам охуел. Слышишь, а это что, подсказоньки там какие-нибудь, у тебя есть помощь там? Конечно, можешь у любого прохожего на улице выйти и спросить, ну. Че, я ебанулся в час ночи на Химмаше, блядь? Сейчас я вышел, спросил такой. В каком году Александр Первый, блядь, зашел на пост правления государством? Подачно собирал, блядь. Осторожнее, блядь. Еще подсказоньки какие-нибудь давай, блядь, че. Ну что, можешь взять телефон и позвонить любому. А, другу позвоню. А, говорил, телефона нет, пиздоболс. Опа! Сейчас. Ну, короче, ты попал, походу. И тебе вообще последний вопрос. Куда тебя везти? Лес на юго-западном? Цыганский поселок? Тупо заебашить на сортировке? И последний вариант, остаемся здесь, на Химмаше. Слышь, Химмаш вообще не вариант. Согласен, я. Ну тогда все, приехали. Ты куда меня привез, в какие гаражи? Опа, это развод, понял, а ты повелся. Доставай сотовый телефон, денежки, всю хуйню, давай. Опа, стоять нахуй.